Всем привет! Кое-чего интересное мне тут приехало, и я предлагаю вместе посмотреть кое и чего. Итак, давайте начнем с самого мелкого пакетика. Сейчас я посмотрю, какая зараза его так запаковала. Просил же не паковать вот так. Ну вот же, оно все светится. Нет. Человеку лень сделать бутербродик из картонок. Вот лентяи такие иногда встречаются. Ну, смотрите, вот оно просто замотано в бумажку. Вот прям страх божий. Короче, это вообще-то редкая монета Ольвии, но только то, что из нее осталось. Брал я ее на чистку. Ну, кое-какая перспектива у нее есть. Да, даже такая ничего перспектива. Взял я ее что-то за, ну, что-то около 200 гривен, 200-300. Хорошей сохранности более-менее это будет от, ну, от 500 до 800. Примерно так. Ну, во всяком случае, за две получше я торговался. Но что-то меня жаба задушила. Там проходы были 600, 700, 800. Вот в таком диапазоне. Ну, короче, буду ее чистить. А там посмотрю. Если получится, посмотрю. Если получится чего симпатичное, то оставлю себе, так как монета все же, ну, относительно недорого мне обошлась. А если нет, то отправлю на продажу, а себе буду искать другую. Так, смотрим, чего у нас дальше. Ну вот опять же, такая самая упаковка. Но тут, слава богу, хотя бы еще в скотче. Сейчас я его распечатаю. Где тут это? Так, ищем вход. Что-то не можем найти. Тик. Это второй монетос. Это тоже Ольвия. Также на чистку и также, ну, не очень частая монетка. В принципе, сохранчик так себе. Думаю, отмыть удастся без особых проблем. Все же каких-то, ну, вот тут немножко зелени, все это снимется там каустиком, уксусом и механикой. Я думаю, проблем не будет. Дальше у нас идет. Так, сейчас будет грязи полно. Блин, почти 2000 это письмо. Просил человека, запакуй, Христа ради, его нормально. Чё это вот такое? Вот чё это? Это чё там, смерть костями гремит?
Итак, это письмо. Цена вопроса, по-моему, 1700 или 1800 гривен. Сейчас мы будем это добро разбирать. Это все Ольвия. 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 Давайте немножко посортируем. Так, сразу борисфенчики в сторону. Обзор на борисфены на канале был в категории Ольвии. Тут их целая кучка, ну, также надо чистить. Так. Это тоже борисфен. Ну, правильное название монеты — это Абол, примерно там, 4 век до нашей эры. Существует огромное количество, ну, не так, что прям офигенное, но большое количество разновидностей. Они отличаются и портретом. Ну, так как монеты чеканились длительное время, то и разные портреты. И вот тут, видите, вот буковка. Такой вот значок на греческом алфавите. Вот в этих буквах, тут D, I. Ну, буковка D видна, и вам не будет видно. Вот в этих буквах зашифрованы инициалы людей, которые были ответственны за выпуск. Их есть весьма много. Вот, тут буква E, V. Вот. Их есть весьма много, и их собирают. Самые ценные борисфены, самые ранние, они также самые крупные. А вот это поздний, видите, он маленький. М. И, да? Нет, МН. Это крайне интересная посылочка, и я объясню почему. Ну вот, не надо делать вот так вот, вот как с этими монетами сделаны, они протравлены химией. Ну, это исправимо, но все же лучше не надо. Так, борисфены у нас тут есть еще, признавайтесь. Что это? Господи, какая буйная монета. Так, это... Короче, все, что не опознано, будет тут в стороне. Люблю такие лоты, тут крайне интересные вещи можно найти. Вот это тоже был борисфен, но он с надчеканом. То есть эта монета, по сути, уже попозже. Тут надчекан в виде, ну, такого вот четырехлистника. Таких, кстати, у меня что-то еще нет в подборочке с надчеканом. Ну, в хорошей сохранности как-то я их еще не поймал, хотя они не редкие. Вот также борисфен. Это неопределенное. Это надо чистить. Это не Ольвия. Это... короче, забыл. Ну, частая монетка. Да. Если я правильно ее идентифицировал, тут, по-моему, Виктория, вот она просматривается в правую сторону. А, по-моему, это город Амис. Тут такое изображение Гелиоса в виде цветочка. Очень характерное. Правда, эта сторона стертая. Ну, по-моему, это город Амис, если я не ошибаюсь. Господи, кто ты? Какие-то что-то просматривается, но тут очень много работы с ней. Туда же. Это остатки борисфена. Туда же. Ну, среди таких монет по-любому будут часть убитеньких.
Да. Интересно. Потом я расскажу, почему интересно. Я не видел этой монеты. Это чистить. Вот такая монетка у меня есть, но обзорчика на нее еще не было, так как она весьма поздняя. Ну, потом будет, так как я, когда делаю обзоры на Ольвию, я стараюсь идти по хронологии. Так, это оставим тут. Короче, это тоже интересный надчекан. Не знаю, на какой именно монете. Это надчекан, так называемый Гелиос. То есть вот тут, вот эта мордяшка, которую вы видите, это Гелиос, бог солнца. Но это надчекан. Раньше это была, точнее, перечекан. Раньше это была другая монета. А тут еще коняги должны быть на оборотной стороне, но они то ли не сохранились, то ли не отчеканились. Скорее всего, и одно, и другое. А в хорошей сохранности это дорогая и интересная монета. И весьма красивая. У меня, кстати, такой нет. Кокалеус. Ну а теперь давайте немножко подумаем. Нет, сначала я хотел бы понять, что это такое. Что-то мне в голову ничего не приходит. Крупная монета. Ну ладно, потом с ней разберусь. Не совсем что-то я вспоминаю, какой это тип. Может быть, это Диметра оружие? Ну-ка, давайте сравним. Просто там, где Диметра оружие, там еще есть Афина с правой стороны. Но на этой монете там коррозия. Ну, по-моему, вполне вероятно, что это оно. Но, во всяком случае, нужно дополнительно искать в каталоге. Теперь давайте подумаем. Иногда меня спрашивают, вот вам не видны эти монетки, иногда меня спрашивают, что нужно прежде всего иметь нумизмату? Альбом, монеты, перчатки, лупу, микроскоп, какие-то там девайсы для чистки. Но на самом деле прежде всего нужны две вещи. Это деньги и знания. Причем стоят они в обратном порядке, то есть сначала знания, потом деньги. Почему? Если у вас будут знания, вы сможете себе и заработать, и найти интересные монеты. Но вам для этого нужны все же деньги, какой-то капитал, который будет у вас в обращении. Так как ну, при любых знаниях, если у вас нету денег, чтобы монеты купить, то какой вам прок из этих знаний? Но именно знания стоят на первом месте, потому что если у вас есть просто деньги без знаний, вы их куда-то там растрынкаете, вам что-то там впарят или фуфло, или что-то там втридорого, пользуясь тем, что вы чего-то не знаете и так далее. Давайте подумаем. Этот лот достался мне за 1000, что-то там меньше 2000, ну пускай будет 1700, где-то по-моему так. Вот эта кучка борисфенов. Они стоят примерно от 50 до 300 гривен. Давайте-ка я включу себе калькулятор, мы ради интереса посчитаем. Вот такой вот будет вполне гривен 300. Его дочистить.
Вот это тоже неплохой, хоть и маленький. Такие вот убитенькие, конечно, они недорогие, там гривен 50 за штуку. Ну, давайте за среднее возьмем 150. Да? Сейчас я врублю калькулятор, я не великий математик. 150. И умножим мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И умножим на 10. Это получается 1500. Вместе с этой монетой она будет стоить явно больше 200 гривен. Если это тип диаметра оружия, который я сравнивал, то гривен 400-500 она будет стоить. То есть уже вот эти монетки, вот эти, они полностью отбили стоимость лота. Вот все. Все остальное, вот это, нам досталось, считайте, бесплатно. Теперь давайте посчитаем. Почему я привязал сюда знания? Ну, потому что я этот лот купил, я знал, что тут есть редкие вещи, а другие люди не знали, и их это не заинтересовало. Давайте теперь посчитаем, какая примерно получается прибыль. Чисто примерно. Это, кстати, интересная монета. Жаль, она в хлам убитая. Это не Ольвия, это Киркинетида. Этот тип называется Скиф на скале. Это очень интересная вещь. Тут действительно мы видим скифа, человечка, который сидит на скале. А с обратной стороны тут конячка. К сожалению, это очень редкая и интересная монета, сильно убитая. Но даже в таком виде она стоит гривен 200. 200. Есть. Это у нас Аполлон-лучник. Монета выпускалась от коллегии Семи в Ольвии. Кстати, весьма такая бодренькая. Особенно сторона с лучником хороша. И гривен 300, как с куста, стоит даже в таком виде. Итого у нас уже 500. Дальше вот эта монетосина с Зевсом и Орлом. Тоже гривен. Ну, среди них есть разновидности, надо смотреть. Вот тут по буковках и знаках там отличается, надо смотреть. Но гривен 300, она стоит железобетонно. Итого 800. Дальше, я не знаю, как никто, в том числе и я, не заметил эту монету. Это очень редкая поздняя Ольвия. Тут с одной стороны орел стоит, а с другой стороны бычок. Ну, я не уверен, что в такой сохранности я хотел бы оставить ее себе. Ну, посмотрю, чего получится после чистки. После чистки, но гривен 600 она стоит даже в таком виде. Итого, плюс 1400 у нас получается уже чистой прибыли. И это самая интересная монета. Как ее никто не увидел, я понятия не имею. Может быть, потому что она была сфоткана немножко под непонятным ракурсом. Это самая редкая монета из всех этих. Это Аполлон-венок. Ну, вообще-то по каталогу новому тут как бы изображение Ники, богини Победы. И это понятно, потому что вот венок и пальмовая ветвь – это ее символы, так бы скажем. Ну, привычное название Аполлон-венок. И такая монетосина стоит запросто, если ее почистить, 1500 гривен. Вообще без проблем. Итого у нас получается на всей этой кучке
Почти 3000 гривен. Чистый плюс. Только благодаря тому, что я высмотрел вот среди всего этого эти вот редкие манитосины. Причем вот эту я даже не заметил. Они очень плохо были сфотканы. Это вот с бычком. Да, лотом я доволен. Там, тут даже такие вещи попались, каких я даже не ожидал тут увидеть. Немножко, конечно, времени уйдет на чистку, но это не фатально. Такие вот дела. Поэтому прежде всего ищите знаний. Будут знания, будут вами монеты и все остальное. Ну вот посчитайте, плюс 3000 гривен. Это можно купить себе альбом уже забитый там любой иностранщиной. И на перчатки хватит, и на весы, и на лупу, и на микроскоп, и так далее. Так, распечатаем еще одну посылочку. Крайне зело интересную и, наконец-то, слава богу, упакованную по-человечески. Какая вредная, но какая-то липкая бумага непонятная. Так, где тут начало, мне интересно. Вот это я понимаю, человек упаковал на совесть. А то я у него, блин, покупаю на две штуки. Прошу, человек, упакуй мне по-человечески. А он мне, он его насыпает насыпью. Эту липкую вредину нужно куда-то отложить. Крапли инсектоакарицидни. Во, какое слово. Так, ну, вроде бы приблизились. Во, вот видите, тут еще мягенькая упаковочка. А тут еще салфеточки. Вот эта упаковка называется по-человечески. Добротно. Так, коробочка пригодится на другие лоты. Это у нас... Угадали уже что? Крайне интересные девайсы. Ну, где там вы? Это у нас наконечники стрел Киевской Руси. Я так разложу, чтобы вам было видно. Вообще, славяне, ну, примерно там времен Киевской Руси, ранней, поздней, пользовались более чем сотней разных наконечников. То есть это не значит, что вы приходили там в Киев времен Владимира, вам мастер давал каталог типа Орифлейма, и вы себе выбирали там какой-то один из 100 с плюсом разновидностей. Нет. Просто в разное время, на разных территориях, для разных целей использовалось такое большое количество наконечников. Ну, давайте начнем мы из этого. Таким наконечником, как вы видите, да, вы кольчуги не пробьете.
Он использовался для других целей. Для поражения незащищенной живой силы противника, лошадей, а также крупного зверя на охоте, типа лося, там какой-то косули, оленя и так далее. Он не мог пробить, к примеру, там, толстую шкуру медведя или кольчугу воина, но если попадал на незащищенное тело, то вот благодаря своей большой площади заточки лезвия он оставлял большие раны, и они быстро, скажем так, ослабляли противника. Вот представьте, стоите вы себе на поле боя, никого не трогаете, и вот вам в пузико прилетает вот такая вот ерунда. Приятного мало. Такие вот рогатины использовались для подобных целей. Этот очень неплохой. Размеры тут, кстати, не маленькие. Скифские намного меньше наконечники. Это где он был? А вот такие наконечники, да, вот такие использовались для противоположных целей. Это типа бронебойных. Они небольшие, вот видите, небольшие, острые и такие тоненькие. То есть они хорошо подходили для пробивания брони. Латы, кольчуги, шкура медведя и так далее. Вот представьте, вы медведь, стоите в лесу, никого не трогаете, и вдруг вам в пузико прилетает такая ерунда. Ну вот, приятного мало было. Такие вот, для того же медведя они не пойдут, они, во-первых, там и шкура его не пробьют, а даже если и пробьют, то вы задолбаетесь от него убегать, пока он кровью истечет. А вот такие тяжелые, тонкие, острые, как пули, они отлично подходили для таких целей. Вот эти два особенно мне нравятся. Бомбезные вещички. Этот интересный, но он такой пореже, но очистить его будет весьма проблематично. Это уже кусок ржавчины. И где ты там был? А, и вот этот, только черешок надо будет немножко подогнуть. Вообще-то наконечники делятся на два больших типа, это черешковые и втульчатые. Вот это все черешковые. Вот у них есть черешок, черенок, и он вставляется в древко стрелы. А втульчатые, к примеру, скифские. Вот этого нету черешка, тут отверстие, и туда стрела вставляется внутрь. Такие вот вещи. Второй этап. Будем эти штуки чистить. Я думаю, тоже это будет интересно. Ну, на вид они такие есть крепенькие, этот ржавый. А вот эти крепенькие, я думаю, очистятся они хорошо. Такие вот дела. На этом всем спасибо за просмотры. Всем до следующих встреч.